Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы сравним две подсистемы прямиком из Штатов. В так называемом версусе примут участие Joule и Mali. Начнем мы наше сравнение с габаритов. Оба устройства невероятно легкие, но Joule по своим размерам больше напоминает стандартную сигарету. Mali слегка крупнее, но тем не менее оба вейпа с легкостью поместятся в любой карман или даже в кошельке. Ассортименты вкусов. А если хотите быть в курсе всего нашего ассортимента, то подписывайтесь на наш канал и социальные сети, все ссылки есть в описании под видео. Joule предлагает пользователям всего 4 вкуса при заправленных картриджах. Mali же в свою очередь предлагает довольно большой букет разнообразных вкусов и ароматов. Также стоит отметить, что объем картриджа Joule составляет 0,7 мл, а у Mali это 0,9 мл. Способы зарядки. У Joule зарядное устройство представлено в виде магнитного USB адаптера. В данном решении есть два минуса. Во-первых, устройство должно всегда находиться только в вертикальном положении. А второе, это небольшой размер адаптера, который можно потерять в любой момент, а найти ему замену будет практически невозможно. В первых версиях Mali была подобная зарядка. Но производитель быстро понял все неудобства и выпустил более удобную версию с microUSB. Благодаря этому вы всегда сможете зарядить свою Mali, и это не вызовет у вас какого-то дискомфорта. Картриджи. Главных отличий – это возможность перезаправки. Mali можно с легкостью перезаправить, для этого нужно всего лишь снять верхнюю часть и заправить его. Картриджи Joule не обладают такой возможностью. Индикация заряда. Индикация заряда в Joule выполнена в виде одного цветного LED-индикатора. Mali же оснащена тремя индикаторами, и на наш взгляд такое решение более интуитивно понятное, так как вам не нужно запоминать цвет индикатора и уровень заряда, который он обозначает. Аккумулятор. Mali обладает аккумулятором объемом в 240 мАч, в отличие от Joule, который может похвастаться лишь 200 мА. По данному параметру сразу становится ясно, что Mali будет работать дольше, чем Joule. Крепление картриджей. Картриджи Joule удерживаются в корпусе на специальных креплениях. Несмотря на то, что такой способ может показаться более надежным, у него есть и свои недостатки, так как со временем из-за трения крепление может стереться, и картридж будет сидеть в устройстве не так плотно. В Mali используется крепление на магнитах, которые не подвержены такого рода износа и даже после длительной эксплуатации будут одинаково надежно держать картридж, как и в первый день. Вывод. Оба устройства достойны вашего внимания, но мы все же рекомендуем Mali, поскольку в этой системе больший объем картриджа, есть возможность перезаправки, удобная зарядка и большой аккумулятор. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нетбай и до встречи на нашем канале.